Боже, какие, как они хотели обратно в домик. Ой-ой-ой, в свой домик, любимый. Но сейчас будем смотреть, чтобы не обижали мне малышей, хулиганы. Привет, Лаурита, Лаура. Вернула, вернула. Грифа, орлана, беркутенок у нас с подклеенными. Теперь все будут ушками ходить. Да, нимфея, занимайтесь. Лишь бы малышей меня не обижали. При мне-то они их не обижают, но я на камеру смотрю. Беркутенок, беркутенок. Ой-ой-ой. Грызь. Ой-ой-ой. Ты хотел обратно, хотел. На грифках хотел. А орланчик, беркутенок, милый такой. Ой, ты, боже мой, ну все, движуха. Движуха началась. Малышня уже уснула. Вон они, смотрите, холюсенькие. Боже мой, сладкие вы мои. Все, пошло веселье. Любимый диванчик. Любимое креслице, для все для моих малышей. Мне ничего не жалко для них. Я сама кайфую в этой милоте. Да, это мы купили специально для собачек. Ну, он уже, правда, БУ, не новый, но какая разница после ребеночка. Еще, наверное, купим несколько штук. Правда, милота? Ой-ой-ой, ушки вкусные, вкусные ушки. Скажи, свежие тут давали, пока мы гуляли. Мои зайчики. Да, Хельга. Ой, ну у нас самый боец здесь, это у нас ювелир. Вот это он всех тут строит. Ну что поделать. Кабель растет. Ой, беркутенок. Так, наклейки с ушей не снимать. Милота милейшая. Хорошенький. Куда залезла?